Так, станок калибровочный, итальянский, фирмы SCM, Sandia 5, 1100 миллиметров шириной, 2002 год. Отличное состояние, очень хороший ковер, нигде не порван, не перемучен, ничего. Два узла, калибровочный и шлифовочный. У шлифовочного есть утюжок, сейчас покажем. Электрика аккуратненькая, хорошая. Так, что тут еще по внешнему виду? Вот две ленты. Калибровочный вал металлический. Это для калибровочного вала очень немало. То есть подразумевается, что там будет идеальная... Не будет никакой выработки на этом валу. Резиновый вал, ну, полиуретановый вал у шлифовального тоже в хорошем состоянии. Вот утюжок. Выдвигается, задвигается. Так, зафиксировали. Значит, также прекрасная опция. У него есть щетка специальная после, по сути, третий узел. Это щетка, которая очищает уже детали. Где тут, как бы ее? Вот она. Вот, да. Вот это вот. Щетка, у нее есть свой включатель. Мотор-редуктор с плавным, с плавной регулировкой скорости подачи. Основной движок 18 киловатт. Так, включаем. Значит, это подключение, отключение каждого узла. Вот. Раз. И вы будете теперь только шлифовальным работать, потому что этот ушел наверх. Вернем его на место. То же самое со шлифовальным. Раз. Вернем на место. Так. Вверх-вниз этими кнопками с цифровым индикатором. Вот он ползет наверх. Вот он лезет вниз. Все прекрасно. Так. Так. Включаем. Сейчас он переключится со звезды на треугольник. Работу осцилляции мы видим. Включаем подачу. Хорошо работает. И вот специальная кнопка, это мы включаем эту щетку. Раз. Вот она крутится. Все, останавливаем. Раз, останавливаем два. Так, и есть. Володь, выключи компрессор, пожалуйста. Ага. Так, вот есть спереди два ролика дополнительных. Вот сюда вот. И сзади тоже два ролика. Замечательная опция. А, это я щетку не выключил. Вот теперь выключил.
так вот